конце прошлого года АвтоВАЗ полностью выкупил совместное предприятие GM АвтоВАЗ, включая его единственный завод. После этого внедорожник Нива перестал выпускаться под брендом Chevrolet, снова став Ладой. А теперь модель ветеран ждет большой рестайлинг. Сохранив большую часть кузовных панелей, Нива приобретет полностью новое выражение лица. И это подтверждает единственный снимок, опубликованный неизвестными фотошпионами. Добавим, что этот фейслифтинг готовил как раз GM АвтоВАЗ. Не случайно машина на фото напоминает концепт Шнивы 2. Его показали на московском автосалоне 6 лет назад, но до конвейера та разработка не дошла. По данным телеканала «Автоплюс», нынешний вариант «Нивы» будет выпускаться до конца этого года. Что касается новинки, то ее премьера состоится после новогодних каникул, а в феврале уже стартуют продажи товарных экземпляров. На февраль намечена еще одна большая премьера от «Лады». Российская марка должна представить обновленный «Ларгус». По нашей информации, машины уже покидают конвейер, но АвтоВАЗ не спешит раскрывать детали проекта. Но опять же, благодаря шпионам мы точно знаем, что универсалу достанутся фары, капот и крылья от Renault Logan второго поколения. А вот бампер будет своим, в духе других моделей Лады. Сзади автомобиль-долгожитель не изменится вовсе. Переднюю часть салона заимствует у другого Renault — кроссовера Duster. Так что мы без зазрения совести покажем интерьер французского паркетника. Хотя рулем, сиденьями и медиасистемой поделится уже Lada X-Ray. Третьей новинкой 2021 года от марки Lada может и должна стать модернизированная Vesta. Но, к сожалению, нам придется показывать нынешнюю машину, так как шпионских иллюстраций пока нет. От масштабного обновления стоит ждать полностью светодиодную оптику, большой планшет медиасистемы и, соответственно, совсем иную переднюю панель. В общем, вазовский флагман станет современнее и богаче. Конвейеру рестайлинг начнут готовить во второй половине года. Притом есть версия, что будущая Vesta даже примерит французский турбомотор, который уже успел появиться на двух Renault — Captur и Arcana.